Сегодня 7 августа, и мы едем в Холмогоры. Ну, не в Холмогоры мы едем. Мы едем в Закопаны на несколько дней. Прекрасный солнечный день. Предгорная местность. Добрались мы наконец до Закопан. Вот сейчас здесь чуть-чуть прогуляемся. И вот такой прекрасный вид прямо на Гевонт. Вообще, конечно, места здесь очень-очень красивые. Мы выбрали такой домик тихий. Очень красивые места здесь. Не в центре Закопан, сбоку. Почти в конце, но очень хорошо. Воздух чистый, вроде бы и погода хорошая. И вот это вот такое красивое, просто вид такой на горы. Продолжаем отдыхать. Вот тут Костя уже даже рубит дрова. О! Мы хотим сегодня еще раз вечерком посидеть перед огнем. Костя все может и косит траву. Когда хочет. Хочет. И рубит. Молодец.
Завтра уже едем домой. За эти дни уже наотдыхались, находились тут по всем тропкам, по всем долинам. Очень хорошо. И такая погода была хорошая. Ни одного дождика не выпало. Хотя сегодня обещали, что будут бури, град. Но ничего нет. Вот какое красивое. Вот еще напоследочек. Городской мужчина рубит дрова. Ну вот и закончился наш отдых в Закопанах. Хорошо отдохнули. Уезжаем уже. Очень была хорошая погода. Проезжаем центр Закопан. Места, конечно, здесь очень красивые. Прямо, ну... Конечно, здесь можно, вот, например, месяц жить и каждый день куда-то ходить, потому что здесь очень много мест интересных, и везде так все цивилизовано, везде указатели, где какие маршруты, и можно выбрать любой маршрут, тяжелый, средний, легкий. Хорошо. Сюда 3,3, Костя. 3 километра. 3,5. Да, мы вот жили от центра, ну, где-то примерно 4 километра. И было очень хорошо, и прямо там вид такой был из дома хозяйки. Нагивонт. Народу много. Сейчас, наверное, в горках будем стоять. Но очень хорошо. Очень хорошо мы отдохнули. Главное, погода была хорошая. Ни дождика, ничего. Вот такое вот, вот было синее небо. И иногда так изредка тучки. О, единственный дом жилой, да, действительно, который вот попался. С видом на Гивон. С видом на Гивон получается, да? Да, вон сзади. Красиво. А так везде, конечно, вот такие вот дома. Каждый хозяин дома, естественно, их сдает. Ну, на этом, собственно, они и живут. Но машин тьма. Ну и людей, конечно, тоже. Такой маленький микрорайончик. Ну вот классно вот так вот жить, да? Каждое утро просыпаться, выходить на балкон. И смотреть на Гивонт. Очень красивые виды.